Освоив смартфоны и компьютеры, представительницы высокого возраста записались на мастер-классы по мейкапу, прическе и подбору одежды. Союз пенсионеров запустил новый проект для женщин «Время перемен». Секреты красоты представительницы прекрасного возраста познавали не только на теории, но и на практике. Римма Александровна сегодня в роли модели. Пока над ее прической работает мастер, остальные участницы наблюдают за процессом преображения. Восхищенные взгляды, улыбки и комплименты. Как молодая стала? Ну, может, не 18, но уж 48-то может быть. Ну, пока вы были как модель для прически, да? Да. Подкрасить, где-то бровку подвести, может, ресничку, вот еще кое-чего. Надо сразу в ресторан идти с такой прической. За соседним столом секретами мейкапа с представительницами высокого возраста делится известный в регионе хормейстер Татьяна Сидейская. Рассказывает, как правильно ухаживать за нежной кожей лица и с чего начать макияж. Завершающим штрихом станут советы мастера по подбору одежды. Я хочу, чтобы как можно больше женщин города и округа помнили, что они женщины, несмотря ни на трудности, ни на что. Чтобы они были всегда прекрасны. Чтобы они могли вот это все передать своим детям, внукам, невесткам. Как нам рассказала Римма Костина, сегодняшние мастер-классы – только начало большого проекта «Время перемен». Набор новых групп на бесплатные мастер-классы начнется осенью. Всю информацию можно получить по телефону 2-16-83. Ирина Нежалова, Антон Вудряков, телеканал «Север».